суп можно, пожалуйста? А можно лука побольше? Привет, с вами Женя Мел, и сегодня я буду снимать обычный день татуировщика. Сейчас мы покушали супчик. Суп на Даниловском рынке. Вьетнамский суп на Даниловском рынке. Стоит 350 рублей за вот такую вот огромную чашу просто. И это самое лучшее средство, мне кажется, после того, как ты вечерком пиво попил. Итак, пришли мы на работу, купили салфеток. Как эти блоги вести? Надо постоянно комментировать, что ты делаешь такой, типа. Я пришел на работу к себе в лофт, купил вот салфеток, ну. Сейчас постою, покурю. Потом пойдем работать. 2000 человек сидят, смотрят, как я хожу на работу. Еще что-то делаю. Тут сейчас остались такие помещения, которые типа меньше сотни не стоят. То есть там 120-140, это вот такие вот, типа. Даже не вот такие, не с таким крутым входом, а вот типа как у нас, вот такого плана. Но там типа двухэтажные, то есть там первый этаж и такой навесик сверху. Но по сути там не так много типа помещений. Хотя, ну побольше, чем у нас, конечно. Ну вот надо бы переехать, да, в такой типа. Народ пишет, говорят, работать хотим. Мел, возьми к себе. А у меня места мало в студии, там всего 3 человека могут работать. Ну да, да. Так что надо вот сейчас это. Сейчас закончится аренда, я просто 70 тысяч не хочу терять. Потому что типа. Договор был, да? Да, да, да. По-моему, там надо прочитать еще раз юристу, отдать своему, посмотреть. Там просто бывают такие договоры, что типа, когда ты заканчиваешь, да, эти 70 тысяч возвращают. А бывают такие договоры, то, что нужно до конца сидеть и типа только тогда верну. Ну, типа. Что ты мне подсказываешь, что второй вариант. Ну да, вот мне тоже. Заснимем дорогу в студию. И вот она. И тут уже работают. Катя работает? Да. Катя, привет. Ох, мать. Видеоблогинг. До чего меня довел видеоблогинг? Двойной аутлайн с отступами. Трехплановая композиция. Фрихендом. Вот это скилл, Надо сначала с фоном разобраться. От него отталкиваться, насколько осьминог должен быть светлый или темный. Ну, короче, тональность ему подобрать в зависимости от фона. То, что тебя сейчас 2 месяца не будет еще. Вот. Так что это вот все только к январю. И поэтому я вот и не выкладываю никаких работ в последнее время. Потому что делаю одни рукава, люди ходят долго и работать долго и выкладывать долго. Что? Поэтому буду снимать видеоблог всем назло. Вот с такими вот недоделочками. Колбасками такими. Every day,
Короче, вот это вот называется spray stuff, что-то ла-ла-ла, стенсиловская штука. Она нужна для того, чтобы вот так вот пшикать на фрихенд. Как тебе? Нормально? Короче, пшикаем вот так вот на фрихенд. Нет, ждем типа, сколько там, 10 или 15 минут. И фрихенд закрепляется. На самом деле, ну, помогает все-таки. Он получше, типа, держится. Не намного, конечно. Но спасает какие-то ситуации. Короче, смотри. Пойдем покажу. Вон, вот видишь, какой чуть-чуть проявляется, видишь? А, слушай, вообще класс. Он еще будет еще светлее, короче, когда заживет, потому что это, типа, ну, такой цвет. Вот, и мы сейчас пока оставим так, и, типа, посмотрим, как она заживет. Ага. Понял, да? Типа, а потом уже будем грейворш. Первый раз этим самым легким, ноктёрновым. Ебашим. Слушай, вообще, я не ожидал. Заебись? Да. Ну, сейчас пока видишь, да, она выглядит так непонятно, ничего, типа, ну, со временем. За следующий раз уже сделаем весь фон, мне кажется, и весь этот, ну, типа, закончим низ. Опачки. А? Видеоблог я собрался снимать. Я теперь видеоблогер. Я выхожу с работы. Татухи у меня мои теперь. Мои покупочки в тату-маркете. Да. Покупочки фикс прайс. Делаю одни рукава, выложить никаких фоток не могу. Ничего, материала нету. Буду видеоблогером. Как этот, как Хованский. Понятно? Да, скоро будешь на рэп-баттле. Скоро. С Костей. Маэстро? Да. А он рэпает? Нет. Понятно. Просто Костя, можешь со мной? Ну мы потренируемся сначала, да? Да. Друг на друге. Да, потом на Версус. А потом уже на Версус пойдем, да. Отлично. Так, все. Видеоблог закончен.